Противно, а мы обсуждаем, как правило, веселые, красивые, околосексуальные темы. Да. В нашем эфире. И сегодня мы решили обсудить, с кем бы из знаменитостей вы хотели бы заняться шпильвили. Все дело в том, что эта тема родилась сразу после того, как я услышала информацию о том, какой же сон приснился Алексею Николаевичу. Да, сегодня снился сон. Очень неспокойно мне сегодня спалось. И приснился мне... Шерон Стоун мне приснился, да. Да, вот, пожалуйста, не путайте, показать. И приснилось мне Шерон Стоун, пришел я с работы, с радио, поужинал. Захожу в спальню, а там Шерон Стоун. Так. И она так глаза открывает, говорит, Клюев? Я говорю, да. Там она на кухне сосиски. Да, да, ну проходи. Ложись. Вот это вот сон, вот это я и понеслась, ребят, и понеслась. Вот Верка, как обычно, обзавелась и говорит, хочу узнать у народа, кто хочет со мной. А потом говорит, нет, кто хочет со мной. Вообще, с кем бы из знаменитостей вы бы хотели заняться?